Ну, обзор глянем обязательно. Так, поехали. Так, ну что, по какой страте катаем? Видел, я скрафтила. Скрафтила? Красного слотля. Будет обзор на обзор. Посмотрим, ладно, посмотрим. Так, я пока помолчу, это чтобы, ну, кнопочку не нажали заветную, правильно? Тут уже репорты готовят. Я помолчу. Так, вот это мне не надо, получается, да? Ребята, спектры нету, го на гоблинах покатаем, как настоящие гоблины. Репорт. Пожалуйста, на классика. Прямой трансляции или видео. Добавь антитишину, пан. Согласен, ребят. Еще и снайпер тут есть. Гира-то нет все равно. Но гоблинами можно играть. Вообще легко. Здесь побеждать можно гоблинами. Ну, то есть нас маги хорошие пробьют, если у нас не будет никакой защиты. Даже если защита какая-то будет, там, третий догон, там, плюс. Нас легко в котле пробьет. Ну, в принципе, можно попробовать. Go Team берут 24-го, Go. А мы сами в магов выйдем. Что нам делать? Сами магами станем. Кто магами хочет поиграть? Чего, красота не работает? В смысле? Сейчас проверим. Почему не работает красота? Так, ребята, звук было слышно или нет? Не было звука, точно, вы уверены? А, я ABS, потому что за это замьютил. Я ABS замьютил, поэтому не было слышно. Сейчас будет. Ух, красота-то какая. Лепота. Теперь есть звук, теперь должен быть. Игров не будем брать? Го. Все верно, да-да-да, Собер. Собер единственный шарит за магов в чате. Что, Огур должен играть. Enchanted, I'm sure.
Хумы плюс мультик, да, что-то вроде этого. Тут проиграем, тут антимаг, потому что контроль. Классико. Ну хотя по шляпке хорошая, может ему не хватит дэмэджа, а здесь слишком много дэмэджа за счет итема. Не, он пробил меня. Хит этот не нажал. Ну тут чуть не повезло на самом деле. Тут по шляпке чуть-чуть, тут одной секунды не хватило, чтобы это добить. Второй раз клокер бы нажал, да мы победили бы. Алина, утро доброе. Так. Здесь я ничего делать не буду, да? Седьмой раунд. Так, поставлю просто. Ну, Тинкер промазал вообще по всем. В целом все хорошо, можем проигрывать. Под манго. Почти нажал, да. Тинкер вообще ни разу в этой игре ничего не сделал. Это неправильно стоит. Так он слабый. Просто слабый. Так, ну тут все. Просто гоблинами и либо, да, гоблинами можем и не играть, можем магами, да, сыграть. Там если кто-то войдом захочет играть, мехов собирать, то есть в любом случае мы найдем момент свой. Почти здесь добили. Мой бес, конечно, расставляется под меня еще. Расставляется, получается. Повезло. Я пока что его продам. Готика, привет. Это я на Тинкере фан. Понял? Ну да, тут получается через репку. Тут получается у нас не будет. Ой-ой-ой. Ладно. Гоблинов Т3 никаких не будет. А, Фуксюш не дефнул. Там один хп остался у этого. Один хп, это, конечно, ужас. Угу. Ну, просто не думаю. Да.
паролем. А, в тридцатке посидим. Легкая репка, да. СМКТ-2 я бы, наверное, престов убрал бы. В пятом левеле чуть посидим. Ну хотя ладно, тут нормально, можно посидим. Сидеть и сидеть. 4 панды, 2 панды. Так, ну Лоника обязана брать на самом деле. Я считаю. Да, давайте Луника возьмем. Дальше левел. Как раз умов. Да, Лина знает, кого бить. Кулдаун. Да, рандомчик. Люблю зиму. Ой, изи, так. Я знал, что так будет. Как так бы будет? Что случилось? Я один ролл нажал, у меня кунка и котел. Ага. Стример, как всегда, получается. Это бан, как всегда, получается. 6 хумов, 6 мехов. Есть такая синергия, ребят? Классика. А тут еще на стрике сидят каким-то образом. Я еще и стрик сбиваю. Это лакожопство. Смайлик. Привет. Так, у нас есть разор, да. Так. Потом, потом. Не первоочередная задача. Обычно подкрутка стримера. Ну, когда у стримера подкрутка, это все замечают. Когда кого-то другого. Не всегда, да. Так, нам, короче, маги нужны. У нас будут маги, да, будут. Вон догон в тинкере. Вообще ровно по таймингу этот джаггер крутанулся. И, тут чуть-чуть тайминг, тут чуть-чуть не повезло с таймингом. Почти ракетки второй раз кинул. Но джаггер кунка вообще классно по таймингу. Справился с ним. На самом деле это тут так делается. Смотрите, тут большой волк убивает сэмочку. Все, дальше просто все. Деревья,
Здесь еще вот так лучше, да, сделать. Прикрыть, прикрыться. Изи догон, почти. Почти догон, ну блин, это было бы вообще супер. Федеральная игра. Я не буду сейчас ничего брать. Чем что-то брать, да. Что такое? Сникерс первый раз такое видишь? Редволт есть, да? Редволт идем. О, 4 биста захват. У меня один лоник стоит всех 4 бистов. Ксюша на троллях играет. А, да. На самом деле. Сейчас надо чекнуть обязательно все это дело. Ну, друидов только здесь собирают. Все равно я не откажусь, то есть лучше сразу купить его. О, Book of Dead. Изи стрик. Локожопер на локожопере. Все верно. Два агра надо взять. Так, ладно. Бар это 3, красиво. А, и 2 Book of Dead в игре. Ну да, получается все лыка жопят, а дувается стример, правильно? Тут еще 2 панга. ХП нету, там манга получает 250, что ли. Так, ну, я не знаю, ребят, стоит разорчик этого, не стоит.
постоял вместо фуры. Да, так вот сделаем. Много урона нанес по нему, очень много. Ой, не попал. Урона. А у меня хп, кстати, нет. Четырьмя орками пришли. Чуть-чуть не повезло. Шел не вовремя, конечно, ты два шейкера. Один ты два шейкера, больше ничего нет. Четыре орка слабые. А даже два орка было. Да. Мультикаст Грифолд нормально у меня просто. Ужас. Thank you.
Мы тоже, да, об этом подумали, ребят. Два никма. У нас все нормально. Кстати, монополию взяли. Что можно замонополить? Дадим им черепец замонополить или не дадим? Целый флот ПОК, да, пираты Карибского моря. Все верно. Что, крипов дефнуть? Классико! Узри гнев рака, привет! Не знаю, по-моему, нормально. Где я? Классико! Либо Архварда на Невипаре, тогда бы еще бы вот это бы влазило. Капитан... Кто я, ребят, в чате капитан корабля? Еще получается. Благодарю тебя. Че, гениально, ребят? Или такое себе? Сейчас дома найдем. Мне нравится. Антох, привет. Абач, привет. Я думаю, кажется, что звуком что-то не так. Скорее всего, тебе одному кажется. Блин, как же этот меня добил, очень нечестно. Кунку моего. Вообще тут нечестно. Че, Рикимару будем собирать? Или не обязательно? Так. Так,
Что нам в этом билде, ребят, не хватает, скажите? ХП не хватает. Ну да, а потом? А потом минус ВТФ. Давно слишком сильно. Просто вообще всех убиваем. 23 заходим. Не мог выбить. Химика не хватает, Т3. Ко мне только не заходи, пожалуйста. Контроля не хватает. По-моему, у нас все четко. Мипарей Т3, да, не хватает. Блин, тут плохо, тут 3 кей понадобится, потому что я не знаю, как мне вот этот, нет, ты один бист убил моего Т3 кунку, это вообще ненормально. Что это произошло, я даже не понял. Как можно вот такого кунку убить, это Нери. Т3 кунка. Нет, Т1 бист, Т2 кунку, ну у меня был стоун, то есть у меня ХП, все дела. Да, отстань. А, биста не хватает, все верно, ребят, да. Арквардена, короче, сюда и биста. Прямо биста, все верно. Грязный. Ну, жестко. Ты на плестах же фармишь, нормально все. Да, а мне больше ничего не остается. Ого, Галима падает. Все, мялся, надеюсь, ты его выпьешь. Бега. Не знаю, надеюсь, меня никто не выбьет. Рандомчики-то. Тут драконов собирают всяких. Всякое может произойти. Знаю. Может мне наги нужны будут. То есть хпшки-то у меня нет, у меня просто могут убить. Возможно, наги пригодятся. Ну да. Вот вместо мипарей, возможно. Арквардон, ладно, вот. В принципе, можно будет, наверное, вот это поменять. То есть убрать. Ну да, я, наверное, с 30-го что-то буду делать, смотреть. Ну, смотрится так ничего неплохо. О, мы Мишаня геймкиллера выбили. Он не успел починиться. 4 есть. О, 10 зарядов будет стоуна. Ну это жестко. О, варлоки поехали. Будем ставить. По земле. Я не знаю, насколько тут варлок сильно будет играть. Я без него хочу пробовать. Матч. А, здесь тридент, у меня тридент. Что-то я переживал. Понятно за что. И бэфчик собрал. Скажи, я молодец. Так, ну то, что дома долго еще не будет.
Вылетим, ребята, или не вылетим? С Варлоком-то в команде. Я думаю, можем. Может, и не можем. Котел зачем? Да у меня кунка с этим, с почти четвертым догоном. Маги, маги. Тут сразу 6к за корабль. Если только импарей выбирать. Самого быстрого дефа двойных 30-х еще не видел. Ну вот, это маги как раз были. Панга не хочется собирать. Ладно, я просто я уберу сейчас. Грет Волт уберу. Каст возьму. А, еще бег выбили. Можно вот так сделать. Что нам это уже, наверное, не надо. Старк Варн придет, поставим. Вот так, дубликаты, ну есть они, есть. Нет их, но и нет. Не, котел хорош будет. Да, ко мне. Ты с яблоками же? Нормально. У меня яблоко одно осталось. Все в сосиска. Как же кунка много... Ой, ужас какой-то. Много урона делает. Ладно, не буду продавать уже дома. Забавно получилось так сыграть, да, ребят? Это, конечно, он сильный. Вот. То есть, если этих Т3 собираю, то мне просто 6 магов туда оставить, а никаких там не парей. То есть, у меня слоты появляются, да? Да. Влада раньше вылетела, Фиксюша получается топ-2. Я считаю, без десятых нормальный результат, правильно? Гумультикэсить. Успеваем.